Всем привет! Сегодня 3 июня, июля. Приехал до отца в сад. Вот это ауча, который я снимал весной, у него как цвела десертная рань. Я видео снимал 30 июня у себя в саду с нормировкой. У него получается дерево без нормировки. Вот это вот оно себя так показывает из года в год. Каждый год с урожаем. Она ни разу не брызгалась, не поливалась. Всегда с плодами, всегда с урожаем. Уже обрывали ее частично на компот, на варенье. Джем с нее вкусный получается. Так вот она вяжется. Отец ее не нормирует. То вес у нее, конечно, чуть-чуть поменьше. Если пронормировать, то вес был бы крупнее. Вот такие вот. Вот так у нас все ведет. Дереву 10 лет. Издалека показать. Ее тоже надо как бы и обрезать уже. Потому что уже старые ветки. То есть вообще, как дуб. Его посадили, один раз вот пришли, урожай сняли. И все. Никакого ухода не требует ничего. То есть сорт очень такой устойчивый к болезням, как всему. Я советую его тоже сажать. То есть кто, у кого нет времени заниматься сортом, ну, деревьями, чтобы вот так посадил, потом пришел, собрал урожай. Вот это как раз для тех людей сорт отличный. Ну, сейчас пойду, обойду с другой стороны, покажу. Вот так вот она висит такими гронами до самой земли. То есть, если может какая-то ауча поврежденная была, она опадает, но ее тут столько, что хоть бы эту собрать, это переработать. Такой вот сорт интересный. Он полностью спелые плоды, а дотрагивайся, падает. Вот такого цвета они. Все равно размер помельче, чем у меня. Это грамм, наверное, до 40. Такая мякоть. Вкусный сорт, хороший сорт. Десертная рань. Сейчас обойду с другой стороны еще. Но с другой стороны тоже все улеплено. А лучой на земле, сейчас покажу. Тоже ее тут валом. Есть плоды такого размера тоже, крупного. Вот это полностью спелый плод. Наверное, мякоть красная должна быть, полного спелого. Сейчас попробую. Угу. С красненькой. Так что вот так вот она, облепленная вся. Кому интересен сорт, звоните. Есть черенки в наличии для окулировки, для зимней прививки. То есть можно как бы самостоятельно сделать прививку. И будет у вас вот такой тоже сорт в саду расти. Я думаю, что вы останетесь им тоже довольны, что он неприхотливый. Ни разу не подмерзал за 10 лет. Каждый год. Каждый год с урожаем. Вот так он. Как ива плакучая. Так, у меня оно в дерево щепнуто, так что у меня там поменьше ее. Ну и плюс нормировку тоже проводил, чтобы увеличить размер плодов. Ствол видно какой, что дерево не маленькое. Все, всем спасибо, всем пока.